Так-то фул 20 минут, блядь, просидел. Покажи интеллект ЧВК. Будешь его качать. У меня ноль интеллекта, не знаю, как его качать. Я ебу, как интеллект качать в этой игре. Да он не нужен, блин. Это рофл. Стата какая-то, она не нужна. Она ничего не дает даже. Ну, по факту. Что-то восприятие изменилось, короче, как оно как-то тебе по-другому качается, хуй знает, как его качать. Зато сила более-менее быстро качается. Метаболизм, как обычно, летит. С жизнеспособностью и стрессоустойчивостью у меня всегда проблемы, потому что... Как бы до этого нужно дэмэдж получать, насколько я знаю. А я дэмэдж получаю реже, чем большинство игроков. Очевидно, то оно у меня еле качается.